В Лосно ты рожден, это твой район. Да. Это Лосноград, ты гордишься, брат. Да. Здесь все что-то труд, в Лосно каждый крут. Нам просто, как многодетным, мы получили здесь квартиру, других вариантов не было, и да, мы сильно и не выбирали, поэтому переехали сюда и привыкли. Началось все 3 года назад. Я думала, чем мне занять детей. Я по натуре очень творческий человек, мне интересно все, абсолютно все, то есть и ручной труд, и театральный, и вокальный, и танцевальный. И так как у меня деток много дома, я сначала решила их организовать. У меня средняя дочь поющая. Я подумала, что она будет петь, а все остальные будут танцевать. И вот мы начали. Потом к нам присоединилась подружка моей дочери. Потом меня начали на улице останавливать в нашем районе. Говорить: Алина, вот у тебя детки занимаются. Может быть, ты наших деток тоже возьмешь? И вот присоединились еще 2, потом еще 2, и вот сейчас всех детей, наверное, 16. Большой надо было круг. Зонтик держим красиво. Лер, зонтик подними немножко, большая Лера. Я назвала студию очень размыта творческая студия, то есть название не говорит о конкретной какой-то деятельности. Поэтому мы занимаемся танцами, мы занимаемся вокалом, мы ставим какие-то небольшие мюзиклы или музыкально-литературные зарисовки. Мы очень много занимаемся поделками. В общем, ну, стараюсь как можно больше развить детей во всех областях. Вообще, когда я училась в школе, я очень хотела быть журналистом. У меня всегда получались хорошие сочинения, и я любила много читать. Да, я пытаюсь вложить в детей по максимуму, но так, чтобы я была вот как доктор Спок написал. Такого нет, у меня нету каких-то определенных правил. Я просто такая, какая я есть. Суета закулисная. Ну, мне так нравится, такая классная. 3 минуты до следующего номера, срочно переодеться, сбрасываем платье, переделываем прически. Последняя наша большая поездка была в Стокгольм, в Швецию. Мы выступали на пароме. Это был большой фестиваль «Балтприкс». У нас была такая танцевальная зарисовка. Это получается как мини-спектакль на 5 минут. И назывался «Книга джунглей». Лосномяйские. Почти все дети из многодетных семей. У кого там 4 человека в семье, у кого 6. Но вот мне эта аудитория очень нравится. И с ними легко работать, с ними легко дружить. Это мое хобби, это мое настолько любимое дело, что я бы, наверное, на второй план отодвинула вообще все остальные дела. И занималась бы только этим. Мне очень нравится. Bye.